Приветствую вас, мои дорогие друзья! Сегодня вот такой роскошный узор. Он просто невозможно прост. Просто невозможно прост, да. Именно так. Его очень приятно вязать. Он относится, как я говорю, к медитативным узорам. В том плане, что вы, когда поняли принцип, что с чем чередуется, можно даже не глядя в схему, вязать, мечтать, слушать хорошую музыку, смотреть хорошие видео, наслаждаться чем-нибудь релаксирующим. Кто не в курсе, я недавно открыла канал с релаксирующими различными видео. Там есть и так называемое ASMR, это видео с очень релаксирующими звуками природы. Наукой доказано, что такие звуки изумительно влияют на психику, на настроение, на стрессоустойчивость человека, на нервную систему, на то, чтобы человек выздоравливал. Обратите внимание, на самом деле здорово. Ну, может, вы хотите заниматься йогой или вязать, и в том числе у меня есть куча там прекрасных видео. Они абсолютно бесстрессовые. Приходите, смотрите, что купила, куда съездила, что подумала. Одним словом, приглашаю. Итак, этот узор, посмотрите, я его... Вот сейчас даже лампу чуть отверну, чтобы было больше тени, и вы увидели, насколько он рифленый, вот в разном освещении, да? С этой стороны показываю, с этой стороны. Он может быть абсолютно двусторонним, да? То есть он очень симметричный. Так, верну свет. Этот узор хорош на какие-то вот такие объемные изделия. Посмотрите, видите? То есть здесь все очень просто, все как бы плоско можно растянуть. Вот, видите, узор вот так выглядит. Но реально он ложится вот таким образом. Это очень здорово, согласитесь. Вот такая вот красота, и в зависимости от толщины нитки можно получить очень разный эффект. Можно просто получить что-то такое грандиозное, мощное, может быть, как плед. И плед будет теплый, видите, он неровный, да? Он получается как рифленый такой узор. А может быть что-то очень изящное, если возьмете тоненькую ниточку. Я вяжу вот такими нитками. Посмотрите, какой роскошный цвет. Я уж тут уже мучилась, уж старалась, чтобы цвет максимально камера не искажала. Красный цвет, любой оттенок красного цвета очень сложно воспринимается камерой, но мне кажется, вроде бы что-то получилось правильно. Вот такой цвет нитки, 100% акрил, 400 грамм бобина, потрясающие нитки. Кому интересно, где купить, что за нитки, смотрите в описании под видео, там все есть. И вяжу я на бамбуковых спицах. Нравится мне это дело. Так, вот такие спицы. Вот такой размер. Вот такая вот красота. Одним словом. Ну что ж, давайте приступим. Но прежде хочу вам напомнить, чтобы вы не забыли подписаться на этот мой канал, где очень много полезной информации. Не просто подписаться на все уведомления, чтобы вам приходили о новых видео. Я очень рада с вами поделиться всем, чем умею, и каждому новичку доказать, что он профи, просто чуть-чуть не хватает опыта. И я так рада, когда вы рядом, и у меня огромный стимул есть посвящать вам новые видео, когда я вижу, что мы все вместе. Так, схема. Схема проста. Да неприличие. Вам нужно набрать 14 петель или число кратное 14, чтобы у вас получилось все симметрично. Вверх вам нужно провязать по крайней мере 8 рядов. Ну и в общем-то все. Петли по краям, как всегда, крестики, это кромочные петли, на которых я настаиваю, вяжите. За них очень удобно сшивать, предположим, перед и спинку у свитера, например, и вы не портите основной рисунок, не портите размер изделия, они одиночные петли и предназначены крайне, чтобы за них сшивать, это самое первое. Но если у вас изделие как шарф, например, я вязала вот такой шарф, точнее, вязала два шарфа, очень мне понравилось, я вязала их в подарок, зайдите, посмотрите, хвастаюсь, горжусь своей работой. Я использовала двойную кромочную, ее очень просто вязать, и в том числе с такой двойной кромочной я вязала так называемый а-ля грузинский капюшон, тоже в подарок, посмотрите. Там двойная кромочная, она предназначена для того, чтобы края не загибались.
было единое полотно. Да для шарфов хорошо, для пледов, для такого грузинского капюшона. Обратите внимание, можно связать вот такой край, он тоже очень-очень ровный. Недавно я видео выпускала. Он вяжется по-другому, но тоже можно смело его назвать, что это двойная кромочная. Но если вы сшиваете, то вам нужна одиночная кромочная. Зачем вам лишние петли и толщина? Итак, первый ряд, как всегда, мы читаем справа налево, изнаночный ряд и все четные ряды изнаночные слева направо. Петли, которые обозначены горизонтальными черточками, это изнаночные. Те, которые вертикальные, это лицевые. Когда вы вяжете лицевой ряд, как видите, так и вяжете. Кромочная, 5 изнаночных, 7 лицевых, 2 изнаночных, кромочная. Когда вы вяжете изнаночные ряды, вы читаете слева направо, то есть вот так. И читаете кромочные, как всегда, и всю картинку, когда вы видите, вы понимаете, что вы видите лицевую сторону. Это говорит о том, что вы должны получить, какие петли в лицевой стороне у вас должны быть. Вне зависимости, в каком ряду, вот так должно получиться в лицевом ряду. Поэтому, если вы вяжете изнаночный ряд, и вы видите на схеме, например, обозначение изнаночных петель, это то, что вы видите изнаночные петли в лицевом ряду, с лицевой стороны. Значит, чтобы они получились с лицевой стороны, вяжите их с изнанки лицевыми. Ой, чуть сама не запуталась. Если вы видите лицевые петли на лицевой стороне, а находитесь на изнаночной, и вам нужно получить на лицевой стороне лицевые, вы вяжете их изнаночными, то есть лицевой получается лицевая. Ну, так идете, право-лево, право-лево. Ну что ж, давайте буквально я вам немножечко покажу, как это вяжется. И я не думаю, что эту схему нужно делать прям аж вот такой подробнейший мастер-класс во всех рядах. Читаете схему и идете вперед. Итак, кромочная, о ней мы говорили. Затем 1, 2, 3, 4, 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 изнаночных. 1, 2. Вот первую самую, как мы здесь петлю убираем. Вот он раппорт. Вот он раппорт, 14 петелек. И таким образом идете вы до конца. Нет смысла вам показывать, что это повторяется по 10 раз. Главное, не путайте, что кромочные петли, если вы вяжете, они относятся к изделию. Не к рисунку, не к схеме, к изделию. В данном случае изделие – это образец. Раппортов у меня здесь 3. Изделие – 1, образец. Одно изделие. И, соответственно, кромочная идет по краю. То есть вы повторяете вот этот раппорт. Вот кромочные закрыли, идете раппорт. Я даже кромочные петли не нумерую, чтобы вас не сбивать. Вы идете с 1 по 14, с 1 по 14, с 1 по 14. Перед ними этими всеми раппортами ставите кромочные и в конце каждого ряда ставите кромочные. А между раппортами, когда вы по 14 петель вяжете, вам не нужно кромочные провязывать. Ну, я надеюсь, вы поняли. Так, давайте посмотрим изнаночный ряд. Я вам просто покажу еще раз. Вот, предположим, второй ряд. Вам нужно, чтобы с лицевой стороны здесь показано, у вас получилось 2 изнаночных петли. Значит, мы их вяжем лицевыми. Ну вот давайте я продемонстрирую, да, то есть вот лицевыми. 1, 2. Я лицевыми провязала. Давайте посмотрим, что получилось с изнанки, то есть с лицевой стороны. Получилось 2 изнаночных петли, видите? Дальше нам нужно получить лицевые петли на лицевой стороне. Значит, с изнанки мы вяжем изнаночными. Давайте посмотрим. 1, 2. Предположим, 3 петли. 3 изнаночных провязали. Переворачиваем. Вот они 3. Видите, они получились на лицевой стороне, снаружи лицевыми. И таким образом вы идете четко по схеме, понимая, где у вас лицевые ряды, где у вас изнаночные ряды, с какой стороны, соответственно, вы читаете какой ряд. Все лицевые нечетные справа налево, все изнаночные слева направо. И переворачивайте смысл петель, если грубо говорить. Вот и вся наука. Ну что, мои дорогие друзья, спасибо за ваше внимание. Вот такой чудесный узор. Рекомендую попробовать. И что ж, до новых встреч. Пока-пока.